Дорабаларын доғаттар, үті күнінен. Здравствуйте, друзья, добрый день. Беги тарабитыл бытын, өреттен ехабит. Мы продолжаем наши занятия на родном языке. Бүгін хаңарцығы ақпыт кәлген тұғынан. Тема сегодняшнего урока – семья. Продолжение этой темы. Игиллен, өйді, ханга-хангалары. Слушайте и запоминайте новые слова. Агаран. Агаран – отчим. Инерен. Инерен – матиха. Итиек – кыз. Итиек – кыз. Патчерица – приемная дочь. Итиек – ол. Итиек – ол. Пасынок – приемный сын. Тёрдү. Тёрдү – род. Тёрүт. Тёрүт – предок. Тулаяк. Тулаяк – сирота. Ылгын. Ылгын – самый младший. Аны оңырокпут предложениеларда игилля кайда хаңарар бытын хаңалары. А сейчас составим предложение. Слушайте, как произносятся слова. Мин инеренин үтүе. Мин инеренин үтүе. Моя матиха добрая. Агараным үйреттер бултана. Агараным үйреттер бултана. Отчим учит охотиться. Бигиги тулаяк огону иттине бит. Бигиги тулаяк огону иттине бит. Мы воспитываем сироту. Итиек кыспыт, өйдөк, кылылак. Итиек кыспыт, өйдөк, кылылак. Приемная дочь умная, уважительная. Минене төрүттерим. Байхетилере. Минене төрүттерим. Байхетилере. Мои предки были богатые, состоятельные. Мун ылгыммыт. Ол. Мун ылгыммыт. Ол. Самый младший сын. Бигене. Итиек олбут джохун хымнягас. Бигене итиек олбут джохун хымнягас. Наш приемный сын серьезный, спокойный. Бүгүн биги хаңырыстыбыт кэрген тугунан. Сегодня мы поговорили о семье. Урок бут бүтте. Нячаскан доктор. Урок закончился. До свидания, друзья.